Всем привет, с вами Джембо Макс, и сегодня я расскажу историю про игру, которая крашит Xbox One. Начнем с предыстории. Многие из вас знают, что на новогодние праздники я уезжал в деревню. Так как заняться там особо нечем, я естественно взял с собой Xbox. Кстати, чтобы быть в курсе всех последних событий, связанных со мной, подписывайтесь на мой Instagram. Я там частенько заливаю фоточки, истории и эксклюзивный контент. В общем, взял свой Хуан и написал себе список того, что можно заснять в деревне. Одним из моих роликов, которые я хотел снять, был летсплей вместе с моими братьями по игре iDarb. Кстати, очень веселая игруха, раздавалась по голду, а на данный момент ее можно поиграть через Xbox Game Pass. Поэтому, если у вас дома бывает много народу, а также вы имеете много геймпадов, обязательно поиграйте в нее. Реально веселая игруха. В общем, начали снимать летсплей, установили камеры, начали играть, поиграли минут 7 и началась полная дичь. Игра зависла, появился странный звук, вы, кстати, можете его даже послушать. Ребят, у нас залагало. И все, ни геймпады, ничего больше не работало. И самый прикол в том, что некоторые игры тоже иногда так зависают, но после просто закрываются. В случае этой игры зависла полностью консоль, так как на геймпады она не реагировала и в меню зайти не давала. Интересно еще было то, что игра не стояла на месте. Время шло, и все наши персонажи просто прижались к правой стороне локации. Мы сначала не поняли, что произошло, и решили чутка подождать. Но после, наверное, минуты Xbox просто вырубился и некоторое время не реагировал на кнопку включения. Вы можете сказать, что такое было? Бывает это случайность и так далее. Нет, это нифига не случайность, так как мы потом попробовали поиграть без записи, и нас настигла такая фигня еще раз. Не сразу, но настигла. И такая проблема возникает только тогда, когда играешь именно в эту игру. Хоть она вышла и давно, но имеет какую-то странную ошибку, что Xbox напрочь отрубается. Да, с Хуаном по большему счету ничего не происходит, ибо он просто зависает. Да и ничего критичного быть с ним в принципе-то и не должно. Но в любом случае это не повод радоваться. Самое обидное в этой ситуации то, что мы засняли абсолютно все, кроме геймплея, так как геймплей мы записывали через функцию Xbox DVR. И так как завис сам Xbox, а не игра, все естественно не сохранилось. Было очень обидно, конечно, так как летсплей получился бы прикольным и веселым. Если вдруг у вас есть эта игра, обязательно проверьте ее и поиграйте в нее хотя бы около часа. Просто если у вас не будет такой проблемы, значит дело не в игре, а в самом Хуане. Вот такая история, друзья. Если понравилось видео, ставь палец вверх, подписывайся на канал, а также пиши свои результаты тестирования этой игры. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!